Здорово. Я всегда угорал по этим клубным видео, где упоротые клаберы несут всякую пижню. Но на этом видео упорот сам журналист. Привет, девчонки. Привет. Как дела? Да, отлично. Отлично. У нас просто молодежная программа. Так. Мы так разговариваем в ней. Как вы думаете, что сейчас любит молодежь? Давайте, развлекаться, 3-4. Наркотики. Нет. Да это же просто какие-то девчонки-нехочухи. Девчонки, поехали на дачу. Нет. Девчонки, давайте вместе решать алгебру. Нет. Ладно, девчонки, может, все-таки побреете ноги? Нет. Следующее видео, его просто на голову не натянешь. А вы кто? Рогачи. Хотя этих ребят, судя по всему, натягивают и не только на голову. У нас типа западло было бы вот так, знаете, прически, вот это все, ну, типа дырявая тема, знаете. Поймали бы. Ну, не то, что поймали, но пацаны бы не поняли, ну, где-то повидели. Ну, что ты как тёлка, типа, знаешь, сделал прическу, накрасился. Я же вижу, вы в гриме немножко. Как объяснить вот ребятам, которые смотрят нас по всей стране, что, ну, типа, сделать пацану нормальную прическу, это, типа, ну, не дырявая тема. Что это не обязательно, что вы занимаетесь анальным сексом с мужчинами и делаете прически. Обратите внимание, как обреченно напряглись соратники по дырявому цеху. Что это не обязательно, что вы занимаетесь анальным сексом с мужчинами и делаете прически. Что голову повесил, милок? Один раз не шмидорас тут не прокатывает, пацаны. Если вы думаете, что знаете о конфликте Кондратюка и Козловского все, вам стоит посмотреть это видео. Ты дружишь с Виталиком Козловским? Меня с ним связывают многолетние отношения, с 2002 года. Правда, что после того, как... Леш, я сейчас сказала неточную информацию. Это был не 2002 год, это был 2004. Это не важно. Кого гребет вообще? Какой там год? Конечно, если это не тот год, в который ты первый раз подрочил. Правда, что после того, как Кондратюк забрал права у Козловского на исполнение там всех песен, там его там забрал машину, то даже там девушка Козловского перешла к Кондратюку. Ты знаешь вообще, что Игорь женат на Саше уже очень много лет? Кто такой Саша? Это его прекрасная жена. Ну, наверное, у Игоря и машина была, понимаешь, и песни были, но он же забрал у Виталика все. Я бы очень хотел, чтобы этот разговор закончился на этой не смешной шутке, но там есть еще немного видео. Как ты думаешь, будут у нас новые звезды, ну вот кроме вас? Постоянно. Кто? Постоянно кто будут загораться новые звезды благодаря таланту или благодаря Господу, то есть постоянно будут новые лица. И последняя звезда, которая зажилась благодаря таланту. Хороший вопрос. И, наверное, один из самых лучших за последнее время. Один из самых лучших за последнее время? Ее что, мама научила так отвечать? Это же самый лучший ответ на все вопросы. Какова она на вкус, задница Маслякова? Хороший вопрос. И, наверное, один из самых лучших за последнее время. Правда ли, что прежде чем лечь с мужчиной в постель, вы проводите по его половому органу рукой в белой перчатке? Хороший вопрос. И, наверное, один из самых лучших за последнее время. Что такое Холокост? Хороший вопрос. И, наверное, один из самых лучших за последнее время. Со следующего видео я просто угорел. Знаю, часто говорю, что несу пижню, но послушайте, какую пижню несут эти двое. Нашу программу смотрит очень много людей, потому что она называется «Стили, стили, стили». Она пусть не так давно в эфире, но вот она конкретно касается и вопросов автостроительства, там и хип-хоп-культуры. «Стили, стили, стили, хип-хоп-культура? Они что, там ежанулись?» Здоровый вообще очень. Что он сказал? Ебать здоровый? Да этот парень может дать характеристику чему угодно. Ебать здоровый вообще очень. Ебать здоровый вообще очень. Ебать здоровый вообще очень. То, что было потом, просто взорвало мой мозг. Говорят, что кота не может добираться кастрюлек мяса и говорит, воняет. Ладно, 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 я вас наимал. Обычная поговорка. Мой чоник всегда так делает. Воняет. Все вы очень любите котиков за то, что они такие милые, приятные. А как насчет видео про котика весом 73 килограмма? Документы кота — это уши, хвост и усы, и поэтому как бы... Так. То есть у вас уши, лапы, нижние лапы. И хвост. И еще от вас пахнет кошкой. Пахнет кошатницей от вас. Скажу спасибо своей кошке. И своему шампуню. И ему тоже.
Следующее видео я вообще отказываюсь комментировать, потому что оно о политике, и мне эти проблемы нахуй не нужны. То есть ты пришел сюда, чтобы показать, что ты идеологически подкованный человек? Ну да. Как ты думаешь, если все люди, ну много людей, да, оденут такую маску, придут на какой-нибудь детский праздник, и тогда правительство посмотрит и скажет, блин, мы что-то делаем не так? Не, ну надо же еще получать какие-то действия по этому, не только ж прийти просто. Ну вы пока решили начать с того, чтобы заявить о том, чтобы есть. Ну да. А вы все что угодно можете сделать из шоколада? Конечно, они все смогут сделать из шоколада. Это же шоколад. Ну разве что они не смогут сделать из шоколада шоколадный глаз. Но кому в голову придет такая пижня? И шоколадный глаз можете? Кого? Шоколадный глаз можете? Конечно, я знал, что так будет. Я же уже видел это видео. Это на любителя, знаете? В разных формах. Да. Может быть, там и глаза есть. Смотрелись, да? Да, в порнофильмах. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на новое видео, и тогда зима закончится на 10 дней раньше. Это был Дурнев плюс один. Меня зовут Андрей. Пока! Підпишись і дивись усі випуски Дурнів плюс один першим.